7 студенческих отрядов трудятся в учреждениях здравоохранения Бобруйска. В больнице скорой медицинской помощи имени Марзона 8 бойцов проводят лето с пользой. С 8 до 16 часов выполняют обязанности младшего медперсонала отделения терапевтического и хирургического профиля. Студенческий отряд работает в течение летних месяцев, и это дает возможность лицам, которые приходят для работы в студенческих отрядах, не только познакомиться с особенностями работы нашего учреждения, с особенностями оказания медицинской помощи в различных отделениях этого учреждения, но и сделать выбор. Выбор в пользу будущей профессии, выбор в пользу дела, которое станет их основным делом в их жизни. Я пошел в студотряд, потому что это очень увлекательно, это дает очень много перспектив и возможностей в будущем. Это также отражается в характеристике, и очень интересно знакомиться с многими ребятами. Много есть возможностей путешествовать по стране, много можно увидеть. Бесценный опыт будущие медики получают и в центральной больнице. Здесь юноши и девушки с полной самоотдачей работают в травматолого-ортопедическом и хирургическом отделениях. От опытных коллег получают важные советы за ответственный подход к делу, теплые, хвалебные слова. Они трудолюбивые, ответственные, с пониманием относятся к своей работе, доброжелательные, всегда придут на помощь медицинскому персоналу, пациентам, никогда ни в чем не отказывают. Наша работа заключается в помощи санитарам, уборщицам. Мы убираем палаты, помогаем пациентам, транспортируем пациентов на УЗИ, КТ, МРТ, рентген и так далее. Когда ты общаешься с медицинским персоналом, набираешься у них опыта, смотришь, как они работают. Дальше тебе это очень помогает. Всего в этом году закончили и продолжают работу 59 студотрядов. В планах трудоустроить порядка 850 человек. Около 600 молодых людей уже стали частью масштабного движения. Ребята и молодежь города очень активно хотят трудоустроиться и работать летом, потому что это в первую очередь получение их нового опыта, заработок денег, получение нового общения и, конечно же, это новые впечатления, эмоции и... Это можно посмотреть, как работа производства выглядит внутри. Студенческие отряды равно насыщенная жизнь. Бобруйчане не только показывают любовь к труду, но и принимают активное участие в различных мероприятиях. Так, на 3-м областном фестивале «Молодость в бойцовке» городской штаб трудовых дел занял почетное 3-е место. Роман Костюков, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.